Дело в том, что вся налоговая система, государственная машина серьезно активизировалась в последние годы, и предприниматели испытывают, как уже Надежда сказала, определенные трудности по трактованию налогового кодекса. При этом характерный показатель – количество налоговых споров в судах не то, чтобы увеличилось, а уменьшилось. И это на самом деле тревожный показатель. Почему? Потому что уменьшение налоговых споров говорит о том, что перспективы найти правду и перспективы отстоять свою позицию снижаются. Дело в том, что практика, которая складывается в досудебном урегулировании и в судебном регулировании, она имеет отрицательную для налогоплательщика динамику. Если, например, раньше был определенный паритет, где-то 50% споров рассматривалось по практике в пользу бюджета или в пользу налогоплательщика, то с годами эта практика начала меняться. 60-70% в пользу бюджета. Сегодняшний год, 2016 год, говорит о том, что эта практика складывается на уровне более чем 80%. Есть определенные, значит, проблемы, которые необходимо решать всем профессиональным сообществом, нами как экспертами. То есть наше объединение – это будет профессиональная универсальная площадка, на которой все предприниматели, независимо от их масштаба деятельности, могли бы вынести свои проблемы.